И здрасте. Прекрасное. А? Накануне 8 марта. Прекрасное такое утро. Пасмурный туман. Сейчас ехали. Вот. Дома не сидим. Дом тоска. Дома телевизор, который не работает. Ну, его, точнее, никто не включает уже 100 лет. Вот. Цель какая? В прошлых видосах видели, я снимал, где было видео. В городе такого не увидишь. Я снимал сверху, с горы, полуостров. Полуостров достаточно интересный, но он все время заросший травой, естественно. Там никто никогда ничего не косит. Когда-то в советское время, скорее всего, в частных нуждах, скажем так, он обкашивался, ну, для скотины. Сейчас, естественно, этого давно уже нет. Сейчас, на данный момент, такая пора, что в этот момент очень хорошо залезать вот в такие места. Снег почти сошел, трава мягкая, она лежит. И можно попробовать посмотреть, что там. Вот. Соответственно, пойдем мы через вот этот лесок по диагонали, прям вот так вот. И выйдем на косу, которая выходит на этот вот полуостров. Ну, соответственно, лесок побьем. Когда-то мы ходили где-то здесь по лесам, поднимали здесь чешую. Ну, немного. Вот. Так что пойдем посмотрим. Ну и поля эти потом побьем как-нибудь. Итак, идем краем леса, вот туда повернем и вот туда начнем спускаться. Там полуостров, здесь у нас 12-й сигнал, надо проверить, что новенький, мне еще не посмотрели. А здесь 8 или 68, не вижу. А здесь у меня николаевская монетка, ну, форматика николаевского. Вообще, в принципе, грунт песочный. Вот здесь суглинок. Здесь, здесь запахано, накат. Здесь запахано тракторами еще, посмотрите, видите, накаты идут. Здесь сюда трактора гоняли зачем-то. То ли 868, то ли 908. Я сейчас на камеру посмотрю. Непонятно, сохран еще какой. Ну так себе. А фиг знает, надо очищать. Вот такая. 908. Да, да, кстати, сохран-то более-менее, я тебе скажу так. Отмылится, я думаю, что. Птички невелички, кругом лосяжи, следы, как ули, кругом ходят строями. Так, там на камеру, пока не выключаюсь. Железо? Не знаю, здесь камни еще, по всему прочему. Значит, точно был какой-то спуск, там внизу река, вон там. Могли отсыпать дорогу. Железо какое-то. А почему оно таким цветным? Мне уже интересно, что это за железо. Это вот только сейчас оно чернить начало. Но мне просто интересно, что это за железо. Где оно? Пином тыкай. Надо здесь, кстати, пробить вот эту сейчас поляночку, если здесь Николай. Что это такое? А, ну просто кольцо, да? Вот оно тебе цветнило. Вот оно тебе цветнило. Подшипник какой-то. Подшипник. О, красиво поет. Уже не поет. Вот за краем берега показался наш язык вон там. Через бурелом сейчас пришлось лезть. Люба еще нашла 20 копеек, щитовичок 32-го года. А здесь шалаш натуральный. Кто-то здесь тусил. Ну такой шалашообразный. Это точно не ветки так встали. Кто-то здесь ныкался. Может от дождя, может просто пересиживали. Ладно, сейчас чаепитие и лезем на язык.
Воды очень прибавилось. Весна. Кто-то здесь пал. Сейчас пойдем посмотрим. Черепунька с костями. А кто это у нас такой? Хрен его знает. Кости. Любого она бегает. Это еще не тот полуостров, наш дальше. Сейчас пройдем по берегу вот туда. По-моему, он там где-то. Шли-шли и нашли вот такой выворотень интересный. Он, когда падал, когда выворачивался, посмотрите, какие камни вывернул. Огромный. Сейчас покажу, там больше есть. Какая сильность. О, видите? Вот, иди сюда. Опа! Смотрите, какие. А вон внизу булыжник лежит. Получается, дерево на нем все стояло. Ну, тут берега каменистые. С той стороны-то мы ходили, конечно же. А с этой пока до сюда не добирались. Ну, пока тихо. Гильзы попадаются иногда. Оно... Двигаемся вон, ну мы то берегом, то полем, и дали серебро, серебринька. Сейчас, вон оно лежит. Не знаю, давай смотреть. Не знаю. О, имперская. Имперская? А почему затертая это ты говоришь? Затертая. Не, ну оно же более-менее живое хоть и видно. И орлика видно. 15-й год. 900. 800. А. Ты что, по формату-то? А я же не вижу. У них бы год был здесь, был, здесь если бы поздно. Нет, она 15-го года. Ну, пойдет, ребят. Очень даже замечательно. Нифе. Серебро! Тишина! Можно орать, хоть варись. Туман! Хоть варись. Туман такой там не видно. Там на самом деле вот там за линией электропередач там вообще-то лесистое все. Но не видно вообще. Ну, в общем, хорошо. Оп. Вот и доползли до полуострова. Сверху он смотрится прям совсем полукруглый. Ну, кто в предыдущих видео. Видел, кто не видел, можете посмотреть. Так, отсюда мы вышли. Сейчас полазим. Здесь низина, вот она река идет. Снимал я вот откуда-то отсюда его. Ну, вот из этих деревьев в прошлый раз. Вот. Пока только чернина. Пока больше ничего не попадается. Елочки такие две классные. Здесь пригорок. Ну, река, она вот она кругом уходит. Люба куда-то у нас там потерялась опять. Сейчас побродим. Здесь все сверху походили. Тишина и покой. Для дороги сюда выходили. Может быть, глубокие сигналы. Может быть, здесь заливало когда-то. Не знаю. Сейчас еще посмотрим и уйдем полем обратно. Дождь начался. Итак, вот низ здесь посмотрели. А здесь, если обратите внимание, вот она дорога, откуда мы пришли. Вот он шел. Прям возвышение, насыпь. Здесь она обрывается. Дальше уходит и туда уходит. Здесь был мост. А вот там вон была переправа, вон спуск. Да, виден. Да, там была переправа. Покажу. Вот она. Видно. А эта штука, скорее всего, была заливная. Она сверху смотрится как полуостров такой, но он низкий достаточно. Видимо, его заливали. Сейчас ты уже не дотягиваешь. А раньше заливной был. Такая красотень. Сейчас бы туда бы залезть. Но пока не будем. Поднимаемся по дороге. Сейчас пойдем по полю.
Ну, вот, вот тут деревня была раньше. Ее обогнем и пойдем по полю от него. Вот выскочил с дороги. Та-дам! Ударник коммунистического труда. Вот возвращаемся мы к машинке. Смотрите, какая погода. Дождик. Периодически. Рамочник. Обыкновенный. 48-го года. Семейство советов. Кем-то тут пообедали недавно. Ну, не недавно. Ну, может, не недавно. Ого. У нас полкопейки советский. Он битая. Бита? Вот, не видно. Губ не видно. Ну, потом посмотрим. 27-й. 27-й? Не пойдет. Ну, берем, конечно. Но 28-й лучше. Какие там, я уж не помню. 28-й? 28-й. День второй. Мокрый. Поливает дождь с утра. Пытались пролезть на чудо-поля в самый конец. Не пролезли. Везде реки разливанные, болото и все остальное. Первая монета. Ходим здесь по кустам. Первая монета. Квадрат 20 копеек. Но пытаемся вот сейчас туда пройти. Везде вот примерно так. Особо ни на что не рассчитываем, но мало ли. Вот в одном из мест умудрились перепрыгнуть через кочки. Мы же дебилы, мы поехали в ботинках, в трекинговых. Так называемое нулевое поле. Красиво? Красиво. Только это грубая вспашка, чтобы вы понимали, уже который год. Его никто не... Ну, в этом году, да, агроном же сказал, ну, его в задницу. Почему-то. Там лучше там болото. Здесь находок, вот, допустим, с этого пятачка, где более-менее было ходить, мы много чего собирали. Там тоже будет, но там ходить невозможно. Все ноги переломаем. Пойдем через леснину пробовать. Здесь получится. Итак, здесь пашня, как мы и говорили. Попробовали пролезть через ту леснину. Там реки. Здесь тоже, видите, все затоплено. Ходим пока вот по этой леснине, пробуем. Здесь летом тоже трава. Кстати говоря, клещевальня. Там вот я пугугирьку поднял. Не стал снимать. Сейчас. Ага. Это уже, да, такая вот пустотеленькая. Между прочим, почти штык. А у меня сверху валялся прям. Ну, тут мы не ходили. Да тут никто никогда не ходил. Что здесь либо трава, либо клещи. Только вот единственное, пару недель, тройку вот сейчас до. И то это чудом, потому что зима такая странненькая. Ну да, до середины апреля все, они здесь повылезают, здесь пройти будет невозможно. Будем потому пока... что здесь еще лосятня, они здесь, да, гуляют по полной программе. Кругом. Соответственно, клещей здесь. Где лось, там клещи. Ну, то лось, кабаны. Или вызвонила. Она глубоко была. Сейчас походить вот по этому проходу. Это же соединялись поля. Вот там находки были в начале. Вот. А вторым ходом можно все-таки попробовать либо на песчанку. Ну, на песчанку это уже в конце, потому что я чувствую, туда мы все-таки не проберемся. Либо на щуку. Ну да. И только сейчас с Лёбой разговаривали, вот здесь в кустах вернулся. Прям под прибором, жалко, не сохранившийся. Когда-то был красивый. Водокоп я его называю. Такая чача из лужи. Такой вот верх перстенька. Чего нарисован, непонятно, сломанный. Что-то было. Итак, чуть-чуть сместились. Ходим вот по такому чепужатнику. Такую штучку нашел. Я не знаю, что это такое, но прикольно.
кстати, к слову, март на дворе. На сухостое только что клеща встретил. Такого. Ну, еще пока отмороженного, но уже наверху сидит. Вот паразит, а? Уже начинается. Так что осторожней. Продираюсь лосиными тропами. Кругом помет. Рассказывают, что здесь когда-то был небольшой пруд, где купались. Вот где-то вот в этих кустах. Но понять непонятно. Николаевский формат. Убитая насмерть. Выбираем. Иду я, значит, вдоль. Вот здесь вот по травочке. Иду и слышу сзади: Игорь! Оборачиваюсь и вижу, думаю, кто же это такой-то опять? Игорь! А это Егорка! Зовет меня! Лапки распушил. Блин, ветер. Привет, Егорка! Ой, Егорка. Да, сегодня, кстати, 8 марта. Всех поздравляю. Всем здоровья. Ага. Всем здоровья. Вот он. Фиг сфокусируется, наверное. Только ладошку подставлять. Паразиты, а? 8 марта, мороз еще. Ладно, ладно. Смотрите, как вода поднялась. Сейчас на реку зашли. Идем обратно к машине, но еще далеко. Прям ого! О, у Любы монеточка. Первый за сегодня. Мне на 8 марта дед ничего не дает. Он и на день рождения мне ничего не дает. 55. Копейка. Он и на день рождения мне ничего не дает. А вчера дал серебро. Вчера дал серебро. Так, Егорок здесь не видно пока? Пока не видно. Что-то дофига там на сухостое сидит. Что-то прям я даже не ожидал. Ну там ветра поменьше. Там лосей побольше. Лоси, да лоси. С кабанами. Красота. Да и только. Итак, друзья, заканчиваются лесные полевые ходовые выходные. Находок немного. Еще раз поздравляю всех женщин, девушек с 8 марта. Главное здоровье, а все остальное приложится. Так, из зачета у нас только серебро и куча всяких обломков, шмурдяшек. Вот, больше пока ничего не вызвонили. Очень сложно ходить, много воды. Приходится перепрыгивать, перелезать все это дело через бревна. Берегитесь клещей, ребят. Сейчас поснимал с себя. В итоге сейчас вот через лес ломились. Несколько штук я себя снял. 8 марта. Вообще чума. Я что-то вообще не ожидал такого поворота событий. Я имею в виду с клещами. Делитесь видосами. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы. Спасибо, что смотрите. Всем пока.